Валькирия, надо спасти ее. Думай, прежде чем делать. Готовы мы столкнуться с таким сильным противником? Я-то готов. Да, и я тоже. Если это имеет значение. Я благодарна вам за то, что освободили мою физическую оболочку. Как это вышло? Я не знаю. Мой разум расколот. Рокстол, Авалкерс. Это последнее, что я помню. Что? Вальхалла ждет. Я должна вернуться. Что-то вроде тайного зала собраний в Мидгарде. Валькириям нужно было место для встреч, укрытое от взгляда Одина. Они думали, что хорошо спрятались, но известная поговорка не зря гласит. Всеотец видит все. Помните зал восьми тронов? Вроде да. Мы много разных мест повидали. Он слева от двух статуй гребцов. Я не узнал его в тот раз. Ну, не был уверен. И мы выясним, что стало с валькириями? Этот зал был для них очень важен. Наверняка там будет то, что все прояснит.
лодку выбросило на берег. Значит, кто-то уже вызывал змея. В лодку я потащу. Ты молчишь. Тебе лучше? Да, вроде. Ты подслушал наш разговор с Фрейей. Думаешь, что все понял, ошибаешься. Почему ты молчишь? Говоришь, я проклят. Я не такой, как ты, я слабак. Не такого сына ты хотел. Но просто я уже думал, что теперь все иначе. Ты не все знаешь, сын. Не все. Но теперь я хотя бы знаю правду. 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 Я бог Этрей. Из другой далекой страны. Я пришел на эти берега, чтобы жить как человек. Но правда в том, что я родился богом, так же, как и ты. Сын, нечего сказать? Могу я превратиться в зверя? В зверя можешь ли превратиться? Нет. Нет, это вряд ли. Я бог. Мама знала? Она тоже богиня? Нет. Она была смертной, но знала, кто я. Я бог. Почему ты так долго это скрывал? Надеялся избавить тебя. Жизнь бога — это нередко бесконечная боль и трагедия. Вот проклятие. А что я могу делать-то? Летать могу? Быть невидимым? Я не чувствую себя богом. Я не знаю пределов твоей силы. Но со временем мы выясним. Точно нельзя стать волком? Удиви меня, если сумеешь. Я поэтому слышу голоса, а ты их точно не слышишь? Как ты, нет. Неудивительно, все боги разные. То есть я могу не стать таким же сильным, как отец, но у меня будут другие таланты. Они у тебя уже есть, парень. Твоя способность к языкам поразительна для твоего возраста. Лишь время покажет, на что еще ты будешь способен. Так ты давно знал? Да, знал. Но я повидал слишком много богов. Видать, я тоже. А кто еще знал, что я бог? Фрея точно знала. Брок и Синдри? Им ни к чему знать. Бальдер! Он знает? Поэтому он нас преследует? Ты давно знаком с ним? Я впервые увидел Бальдера в день похорон твоей матери. Это правда. Эй, но нам же не обязательно сразу идти в сокровищницу. Ну, мы же боги и можем делать все, что захотим, правда? Что бы ты хотел сейчас сделать? Сейчас покажу.
Давай еще раз, не отвлекаясь. Проверим, все ли я понял. Вы с Синдри сделали Мьёльнир. Ага. А потом Тор убил им кучу людей. И что? Просто вы злитесь друг на друга, вместо того, чтобы злиться на Тора. Малыш, ты хороший, но не надо лезть в дебри родственных отношений. Ты же не слышал, чтобы я читал твоему папаше лекции о том, как ему следовало бы тебя воспитывать. А мне поверь, есть что сказать на этот счет. Прости, Брок, я хотел помочь. Ну, приведем вас в порядок. Ищешь чего, пацан? Что еще? Ясно. Просто хотелось на меня полюбоваться. Может, в другой раз. Ну? Что вы там нашли?
неплохо. До встречи где-нибудь. Красивые соблазнительные духи леса. И почему ты назвал Брокли и Синдри хультрами? Я вот сейчас понял, что это неподходящая история для невинных детских ушей. Ну и ладно. Почему так холодно? Я серьезно. Это ужасно. С меня хватит. Можно поворачивать обратно. Я рядом! Вот и все. Come on!
Еще такие. Отлично. Знаешь, на что это обменять? Еще одна валькирия. Мы ведь спасем ее, да? Если под спасением ты имеешь в виду оборвем ей крылья, то да. Хватит, вы оба. Решение, как поступить, принимаю я. Thank you.
Ого! Трей сюда. Да, готовься. Yeah!
уже иду! Бежи! Осторожно, сзади! Значит, это все? Если я бог, наверняка могу летать. Нет, нет! Богам тоже нельзя сходить с тропы, поверь мне. Как думаешь, Мимир, что Бальдру от нас нужно? Итак, что нам известно? Бальдр, без сомнения, лучший следопыт Одина. Если ты нужен ему, то, вероятно, нужен Одину. А вот чего хочет Один, это я знаю довольно неплохо. Что может быть у нас, чего нет у него? Один же царь богов. Он повелитель асов, но его власть не безгранична, и те места, каких она не достигает, привлекают его больше всего. Уж мне-то он плешь проел на этот счет. Thank you.
хочешь сказать, он нацелился на Йотунхейм? Да, это одно из его главных устремлений. Но в этом же нет смысла, Мимир. Да? Где это я потерял смысл? Ты говоришь, что Бальдер выследил нас, чтобы найти путь к Йотунхейм. Мы тогда еще сами не знали, что нам туда надо. Это бред. Но все-таки, вы направляетесь в Йотунхейм. Значит, он был прав. Я запутался. Ну, значит, ты меня слушал. Я скучал по его ветеркам, по сладкому запаху жимолости и крови. Ну, судя по небу, на этот раз светом управляют светлые эльфы. Объясни. Видишь ли, светлые эльфы и темные всегда сражаются за свет. Это мы знаем. Но знаешь ли ты, что власть над светом переходила из рук в руки целых 213 раз? Правда? Да, обе стороны считают себя истинными хранителями света и утверждают, что борются за выживание. Но правда в том, что война идет так давно, что они уже не могут без нее жить. Вы двое грозная сила.